Татар. Сегодня с утра служба МЧС приступила к работам по разборку завалов бетонных конструкций, под которым находится, я еще вчера говорил, герой Украины, мертвый герой Украины. На данный момент мне известно, что 4 человека уже достали. Это 4 военнослужащих украинской армии. В дальнейшем работа продолжается. Сколько будет извлечено тел, мы вам дополнительно об этом сообщим.